Сюрпризом для жителей и гостей города в праздничный день стали пироги рекордных размеров. Общая длина мучных изделий составила более полусотни метров. Очередь же из тех, кто захотел попробовать лакомство, была в несколько раз длиннее. Праздник «Орел хлебосольный» прошел в городском парке неподалеку от летней сцены. Именно туда впервые в этом году привезли необычные угощения. Со счета я уже сбился. Скажите, а можно? Рассчитывали, что на 300-400 человек точно хватит. Можно то есть вес общей изделия порядка 120 килограмм. Те, кому удалось попробовать лакомый кусочек, в итоге удивились не только вкусу, но и украшению. Из теста были созданы даже литературные герои орловских писателей. Пирог был очень вкусный. И там даже беседка Тургенева и знак города. Очень большой, еще там корзина с бубликами. Такой ажиотаж местных пекарей приятно удивил. Дегустация рекордного орловского пирога у жителей заняла 15 минут.